Нам надо позвать утку. Всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Forgotten Hill, The Wardrobe, Гардероб. Короче, глава вторая, две сестры. Узнал, как сделать вот, запустить вторую главу. Ссылку оставлю, короче, в описании на официальный сайт. На официальном сайте можно и скачать приложение и, собственно, сыграть в эту игру онлайн. А ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, обязательно нажимай на колокольчик. Короче, поехали. Так. Последнее время дела шли не очень хорошо. Из-за неправильно вложенных инвестиций и отсутствия работы я начал опасаться за себя и своих дочерей. Но в последнее время мне казалось, что удача поворачивается ко мне лицом. Несколько дней назад мне удалось приобрести удивительный шкаф со множеством украшений и красивой одежды. Не надо открывать этот шкаф, там бесы, мы уже выяснили в предыдущей серии. Мне удалось купить его за небольшие деньги, так как единственный способ открыть его – повредить изящный замок, ведь у продавца не было ключа. А ключ-то, я знаю что. Где? Мы его выкинули в предыдущей серии. Куда? Конечно же, в озеро. Сегодня утром я отправился на рыбалку и поймал столько рыбы, сколько не ловил никогда. И поймал две дюжины прекрасной речной форели. Когда я чистил одну из них, я нашел внутри красивый золотой ключ. Понятно. Я оставил его в гостиной перед тем, как отправиться на важную деловую встречу. Но сегодня вечером, по возвращении домой, я заметил, что в нем царит зловещая тишина. От моих дочерей не осталось и следа. Не говоря уже о прекрасном золотом ключе. Так. Какие-то бесы там. Ясно. Так, ну, кстати, новые цветочки. Таких еще не было. Зонтик берешь? Так. А как? Вода. А где подсказки? Оло. Подсказок нет! Как это? А, ну я понял. Не. Или да. Не понял. Как-то из одного в другое надо выразить. Ой, там ключи, кстати, замочная скважина или монетка какая-то. Интересно. Но это явно не отсюда. То есть, в принципе, тут по цвету, по свету они как-то, знаешь, подходят. Вот если так. Не так, потому что цвет не тот. Здесь похоже. Здесь похоже. Здесь должна быть нижняя прямая. Ой, короче, давайте сперва пробежимся везде, потом разберемся. Да, стоп. Так, это какой-то пароль. Что он нам... Давай, я зарисую. Я буду зарисовывать все, что я вижу. Так, квадратик. Треугольник. Кругляшочек, крестик, буква С, И, собственно, зонтик и буква Z. Не знаю зачем, но разберем. Это где-то явно пригодится, потому что Forgotten Hills все нужно. Кораблик, пойдем по очереди сразу в первую дверь. Так, вижу медальон, нам надо вставить или, собственно, забрать его. Так, пять малышек. Маленькой девочке очень нравится запах кофе, а второй подойдут желтые цветы. Маленькая девочка очень любит шоколад, а пурпурные цветы нравятся той, что справа, да прямо здесь. Маленькой девочке очень нравится ваниль, а оранжевые цветы подойдут той, что в центре. Маленькая девочка просто без ума от корицы, а синие цветы прекрасно подойдут той, что слева, она уверена в этом. Еще одна девочка не знает ничего лучше, чем шоколад, а красные розы нужно дать той, что слева. Короче, нам... Скример. Кстати, игра немножечко подтормаживает. Я вот тыкаю, и она не сразу реагирует. Короче, это загадка. Где-то надо будет кому-то цветы и подношения, видимо, вставить. О, ясно. Опа! Эй, шкаф, ты открыл!
Там же в нем это, дурдом всякий был. Там же бесы жили, а где бесы? Череп вижу. Вижу цветы. Это не открывай. А где звуки-то опять? Ё-моё, я опять звуки закрыл. Да? Ну конечно, я опять звук. А вы опять молчите. Я просто когда открывал игру, я выключил все звуки, чтобы не мешались. Да. Очень много загадок и ни одного ответа. Походу надо начинать отсюда, но я не понимаю, что тут нужно сделать. Нету меню этих. Нету меню подсказок. Либо это какой-то баг, либо я не знаю. Вот это вроде как правильно. Так, какую можно... Вот это сюда. Вот это неправильно. То есть, видишь, здесь нету полоски. То есть нам нужно здесь какую-то вот такую. Здесь нужно двойную. Здесь нужно опять же из верха, чтобы в центр. Вот эту надо здесь. Хорошо, одна вроде как сошлась. Так, теперь вторую. Надо начать снизу. Не. Вот так вот. Теперь из верха. Нет. Вот так. Возможно, двойная вот такая. И теперь снизу вниз. Есть снизу вниз что-то? Что-то снизу вниз. Ну, почти, но не то. Но тут по-любому должна быть двойная, потому что вот эти надо две соединить. И такие же две надо на выходе поиметь. Но это только вот так. Теперь надо как-то с центром разобраться. Хорошо, возможно, это так. Вот эти две надо теперь как-то куда-то убрать. Нет. Надо что-то с центром связанное. Что-то связанное с центром. Теперь сверху надо опуститься вниз. И теперь снизу подняться вверх. Какой-то буквой Г. Вот так. Хорошо, две сделаны. Теперь может быть, это означает, что одна должна быть прямая пройти, а другая как бы не пройти. Так, и в центр чем-то надо зайти. Снизу в центр. Снизу зайти в центр. Сейчас прямая должна быть. По идее, вот она сюда подходит. Нет, не подходит. Из центра. А тут нет ничего из центра. Вот в чем беда. Хорошо. Теперь здесь. Ха! Тоже нижняя должна быть. Какую-то, как-то надо вниз опуститься. Я не могу решать загадки, в которых я не знаю, как начать. Тут прям понизу надо чем-то пройти. Прям вот понизу, просто по прямой. Вот это, мне кажется, правильно собрано. Потому что из двух в две заходит. Но что обозначает три квадратика, я не понимаю, понимаешь? Вот здесь вообще полный квадратик.
Вот по идее все сошлось, вот это только не сошлось, то есть ее надо чем-то соединить. Ну вот все сошлось, смотри. Из одного в одно заходит. Из этих два в этих два. Из этого в одного в этого. Что не так? Я не знаю, короче, как это работает. Я уже просто наугад тыкал, серьезно. Тут нет подсказок, ты понимаешь, тут нет подсказок в этой... Я не знаю, почему... не знаю, почему нет. Ну, короче, хорошо, я просидел сколько? Минут 12, короче, я просидел, протыкал все это. Окей, будем играть без подсказок, почему нет? Это я сразу понял, это у нас нарисовано в предыдущей комнате. Вот здесь. Вторая, первая, третья, вторая, третья. 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 Но это не сложно. Понимаешь? Когда ты не знаешь, как... Эту медальку я понял там. Как отгадывать загадку, с чего начать, когда не знаешь, то невозможно ее отгадать, тем более нет подсказок. Хороший капитан всегда следует курсу. Ладно, эта записка у нас есть, поэтому проблем нет. Это что, бабочки? У нас нигде не было бабочек. Очень много бабочек. Тест Роршиха, ё-моё. Пока не было бабочек, париться не будем. Медальку я знаю, куда отнести. Спичками что-то надо будет поджечь. Так, медальку вот сюда надо отнести. Прекрасно, одна есть. Что поджечь можно? Что можно поджечь? Здесь... Нет. Здесь вроде тоже ничего не поджигается. Капитан следует курсу. Что бы это значило? Так, ну опять я ничего не понимаю. Куда спички? Чё поджечь надо? Это понятно, это понятно. Но где загадка про кораблик? Ну вот кораблик. А где загадка про... Ах ты, ё-моё! Вот оно как, понял, все хорошо. А от кораблика мы начинаем вниз. Раз, два, три, хорошо. Вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. По-моему, да. А они никак не выделяются. Я откуда должен знать, что это кликать можно? Хорошо, утка. Утиный ключ. Утиный ключ для чего? Это сложная часть, я вам скажу. Это сложная прям часть. Прям напрягающая. Утиный ключ. Вот этот. Птички. Поджечь. Что? Ну это ладно, это не сложно. Это составить нужно эти тени. Назад немножко. Так, все эти. Ну вот это легко по сравнению с тем, что только что было. Так, в обратную сторону. Ох ты! А как-то их развернуть надо еще? А, нет, не нужно, нормально. Чуть назад. Ну вот, ты понимаешь, как разнятся загадки? То непонятно, как решать, то решается просто легко. Abby's Diary. Или Alus. Короче, чей-то дневник. Не знаю, чей. Другой дневник. Я так счастлива, ведь я наконец-то нашла свой истинный мир. Там очень красиво, там все мои желания исполняются, и никого... Что? И никто не знает о нем.
загадки, это проткнуть череп, открыть дверь. Я встретил странного, но милого дворецкого, который рассказал мне об очень странных и интересных событиях. В мой мир можно попасть исключительно с помощью специального ключа. Можно попасть. Это совершенно безопасно. Перевод гениальный. Не факт, что это надо зарисовывать, но будем иметь в виду. Так, вставить нужно монетку последнюю. Очень много загадок и очень мало ответов. Так, что там взял? Пинцет и резак. Пинцет и резак. Это срезать можно будет, да? Нет? Пинцет. Что можно пинцетом срезать? Пинцет и резак. Картину какую-нибудь порезать. Я реально думал, что цветы надо будет срезать. Пинцет и резак. Блин, опять непонятно. Но это не пинцет, это плоскогубцы. Это вообще пассатижи. Пассатижи и скальпель. Вот так вот надо это называть. И раз. Опять непонятно, что делать дальше. Пассатижи и скальпель. Куда это можно использовать? Ну что делать, пассатижи? Подожди, а где это было? Где это было? Вот здесь, по-моему. Где-то был, торчал гвоздь. Гвоздь торчал, вот здесь торчал гвоздь. Да, прекрасно, гвоздь. Зачем? То есть тебе нужны были пассатижи, чтобы один раз гвоздь достать? Серьезно, ты прикалываешься? Гвоздь. Куда нам нужно вбить в гвоздь? Зачем кривой гвоздь вообще нужен? А это закрывается? Нет. У нас есть кривой гвоздь. Кривой, на секунду. Понимаешь, кривой... О! А! Блин, там в дневнике же было написано проткнуть череп. Точно. Ну там с другой стороны было, ну хорошо. Птичий череп на гвозде. Зачем? Так, подожди, давай еще раз почитаем. То есть мы проткнули череп, это чтобы открыть дверь. Потом какие-то холмики и цветы. То есть это все нужно запоминать, реально. Ладно. Куда-то этот птичий череп надо повесить, нам откроется дверь. Вот сюда. То есть это не ключ. В шкаф. В шкаф, да? Это надо в шкаф повесить. Ну, конечно! Ого-го-го! Здравствуйте! Птички! Пошли отсюда. Так, это сразу понял. Это бабочка надо... Ой, а как тебе нарисовать-то? Ну, давай, вот такая вот. Охренеть, я еще бабочек не рисовал. Это... Короче, это... Ой, как сложно. Блин, а как это сделать? Потом махалон такой. Блин, я, кстати, раньше знал бабочек этих. Но сейчас уже не... Так, потом с такими летучими мышами, обрывными крыльями. Потом, блин, этот... капустница. Капустница. Такая вот... Уроки живописи, ё-моё. И такая с толстыми крыльями. Этот, мотылёк. Блин, давай сперва сходим бабочек сделаем. Раз сделаем бабочек, потому что иначе я забуду, как они выглядят. Так, это вот первое. Вот это последнее махалон, это мотылек. Вот это в середине летучие мыши. Тут еще и не все. Ё-моё. Ну, допустим. Не, здесь круглые крылья должны быть. Вот такая. Вторая должна быть такая, блин. Это такая.
А, да. А, вот здесь она должна быть. Вот такая, да? Да. Здесь толстая должна быть, жирная, да. Ну, вот эта летучая мышь точно вот здесь в центре должна быть. Вопрос в первой. Так, если я уйду, все скинется. Ну, конечно, все скинется. Ой, короче! Давайте я это сфоткаю. Ну, реально, что-то пошло не так. Че вот я неправильно сделал? Давай я, короче, это сфоткаю. Окей. Ну, блин, ну, я не могу... Я иероглифы рисовал, ты видел, а это не могу зарисовать. Ну, потому что бабочки. Были бы не цветные, я по цветам запомнил. А так не получается у меня запомнить. Так, давай сразу. Первая просто такая кругленькая. С попкой. Нет, не она. Блин, тоже не она. Это вторая. Здесь такая с рваными крыльями. Третья прям такие... прям с лепестками такими. Вот такая. Здесь толстая. Почему? А вот это вот здесь. А что не так-то? Все ж правильно. Похоже. 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 А, блин, наоборот, вот здесь сперва. Их, ё-моё. Вот, а вы молчите. Наоборот я все это делал. Так, свистуль какая-то. Утиный манок и серп. Прекрасно, зачем? Не знаю. Все хорошо, продолжаем. Ну ладно. Но меня многие спрашивали, зачем? Ты, говорит, бояра, пишешь на листочке все, если можно сфоткать. Ну, неинтересно. Это, знаешь... вся вот эта глубина, вот эта вот суть вся квеста пропадает. Так, мне кажется, ну блин, раньше так и проходили квесты, все зарисовывали. Так, серп сюда. Отдай ключ. Чевелия? Что? Чевелия, хорошо, так, здорово. Ой, вы показались перед вратами в мир, миссис Эбигейл. Мне очень жаль, сэр, но войти сможешь лишь тот, кто знает слова благодарности на языке уток. Мисс Эбигейл очень четко указала данное требование. Да, пожалуйста. А подсказка? Ну-ка. Ну, один. И где мне узнать эту подсказку? Сэр, вы мне, может, что-нибудь подскажете? Так, ладно, давай с ключом разберемся. Возможно, этот ключ в том мире только используется, кстати. А в дневнике не было про ключ ничего? Birds and their secret language. Птицы и их секретный язык. Внезапно. Утки — социальные животные, которые используют специальные звуки для общения между собой. Мы можем графически представить такие звуки с помощью следующих символов. Ага. Так, это надо зарисовать. Кругляшок, палочка. Два кругляшка и кругляшок с палочкой. Это прекрасно. И все, да? Это все, что мне нужно. Они часто используют данный звук, который заполняет пустоту и не имеет точного значения. Это не надо нам. Если вам нужно приманить утку, то следующая последовательность оказалась очень эффективной. Так, это я все, значит, зарисую, да? Двойная, одинарная такая, двойная, одинарная. При правильном переводе ее можно легко использовать с разными птицами. Эта песня означает, что утка очень голодна. Я так понимаю, это нужно все запомнить. Это голод, пишем, голод. Это приманка. Приманка. Хорошо. А, вороны. Вороны умные же. Да ты издеваешься? Мне что, сейчас со всеми птицами надо будет общаться? Так, вот этот звук
заполняет пустоту. Пустота. Пустота. Хорошо. А это у нас... А, ну это просто символы. Хорошо. Ну тут какая-то крокозябра еще нарисована, на самом деле. Ну пока ворона нам не нужно. Давайте, может, про воронов пока не будем смотреть. Вороны — умные животные, с которыми очень интересно общаться. Мы используем следующее визуальное представление их песен. Вороны не используют бесполезные звуки, поэтому каждая нота имеет свой смысл. Их звуки более резкие и хриплые, чем у других птиц. По сравнению с утиным языком, язык ворона работает совершенно иначе. Звуки нужно читать снизу вверх и справа налево. А? Кроме того, на языке ворон два одиночных звука, которые находятся рядом, эквивалентны составному утиному звуку. В то же самое время составные звуки вороны разделяются на два отдельных ути... Что так сложно? Я не занимался в орнитологии! Ну это ладно, я понял прикол. То есть вот два вот этих отдельных — это утки одинарные. То есть два вот этих вместе — это одинарные утки. Ладно, это в принципе понятно. Ну давай зарисуем тоже. Это, блин, ну на вороньем языке я еще не разговаривал. Да. То есть и снизу вверх. Снизу вверх читается, тут сверху вниз. Я, если что, вернусь к этой книге. Я сейчас не буду себе башку забивать с первого раза все это. Где шкаф? Шкаф здесь. Да. Так, что тебе надо там? Слова благодарности. То есть нам надо сказать спасибо. Ну, возможно, вот так. 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 Нет? Хорошо. Так. 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 Нет. Хорошо. Так. 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 Нет, как нет-то? А какие слова благодарности? Спасибо. И как я это должен выяснить? Слова благодарности. А, можно было там прям почитать. Да. Слова благодарности. То есть нам нужно вот это сказать на вороньем. Да? Правильно? То есть... нам надо кругляшок. Кругляшок. Так. Если это, то это. Да, получается так. Кругляшок, кругляшок. Потом палочка, кругляшок. Потом опять кругляшок, кругляшок. И палочка. Давай попробуем. Не факт, конечно, но давай попробуем. Давай наоборот. Нет! В смысле нет? Я не понимаю.
подсказку, чувак! Слова благодарности. Как сказать по птичьи спасибо? Объясните мне, я не понимаю. Спасибо. Как сказать спасибо паутиному? Нам надо позвать утку. Окей. Хорошо. Гениально! Я пошел на форум и посмотрел, что надо сделать. Текстовое там прохождение. Там сказано, позовите утку в окне. А как я должен об этом догадаться сам? Вот как? Я думал этому чуваку просто... Ну, хорошо, ладно. Это было логично. Нам нужно... Узнать слова благодарности или приветствия. Вот это вот все. Хорошо, ладно. Это она голодна. То есть ее надо накормить. Накормить. Чем тебя накормить? Кстати. Нет. Нам наверняка же надо будет еще цветы собирать. Потому что там вот эта загадка с девочками. Чем можно утку? А что едят утки? Утки едят рыбу. Утки едят все, как и курицы. Даже помои едят утки, мне кажется. Они вообще все едят. Вот ягодами можно накормить. Да, ягодка, хорошо. Как это все бесит. На. Опять? Еще? В смысле? Она все еще голодна. А, тут можно несколько раз... Несколько раз... Все. Три раза. Окей, надо было три раза ее покормить. Прямо ух! Да на, на, на. Две, одна... О, погоди, что ты мне говоришь? А, это слова благодарности, да? Две. Одна, одна, так, одна, одна. Спасибо, спасибо, утка, тебе, спасибо. Где ж ты раньше-то была? Так. Две. Такая. Такая. Одна, одна. Как превосходно, добро пожаловать, сэр. Не помню, как он говорил, столько времени писал. И я уверен, что вы оцените мир, мисс Эбигейл, по достоинству. Ууу, эта птица, как же она... Это райская птица, но не помню какая. Я в школе ее видел. Золотая птица, хорошо. Птица из семейства утиных. Свое имя птица получила за уникальное умение... Если вы найдете способ порадовать птицу, он сможет выследить и найти любой золотой предмет поблизости. Данная последовательность звуков переводится как просьба о помощи. Ясно. Разговаривание на птичьем языке. Тут вот еще какая-то, кстати, последовательность. Так, это помощь. Помощь. Двойная. Одна. Одна, одна. Ой, ладно. 1, 2, 1. Что это такое? 1, 2, 1? 1, 2, 1. Помощь. Тебе нужна помощь. Чем тебе помочь, птичка? Нет? Ты голодная? Бояры разговаривают с птицами, я ничего не могу с этим поделать. Это просто, это... Я не знаю. Я не знаю, что с тобой делать. Можно я отсюда уйду? Что это еще такое? Надо посчитать, сколько их всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, только они одинаковые все. А.
меня нет ответа на эту загадку. Где мне ответ дать на эту загадку? Объясните мне, пожалуйста. Она просит помощи. Так, а где, я не понял. Хорошо, я сюда это засунул. Птички бесят. Простите, сэр, но эта комната предназначена только для обслуживающего персонала. Че ты меня выгоняешь? Это утины. Это надо сделать утиные лапки. Утиные лапки надо сделать. Так, первая на вторую. Первая на второй. Вот так вот. Вторая на второй. Раз, два. На второй раз, два. Третья на первой. На первой. И четвертая. На третьей, на последней. Ну, допустим. Так, вторая, раз, два, три, на четвертой, раз, два, третья, на четвертой, третья. Так, третья на четвертой. Да, все правильно? Раз, два, три, блин, на четвертой она. Раз, два, три, четыре, да. Я сдам вторая на второй первая, на второй первая, на первой третья, на первой третья. Так, и лапка у нас получается на раз, два, на четвертой, раз, третья, на четвертой третья, раз, два, три, четыре, на четвертой третья. Ага. Хорошо, дальше рисуем лапки. На второй вторая. На второй вторая. Раз, два, да. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вот какая это? Раз, два. Блин, подожди. А, в центральной пять у нас. Раз, два, три, четыре, пять. Так, это получается на второй вторая. На второй вторая. На третий четвертая. На третий четвертая. Так, на третий четвертая. И ножка у нас на второй четвертая. Ножка у нас на второй. Ух ты, как это все сложно-то получается! Дай ключ. Вы звали меня, сэр? Вам скучно? У меня есть хорошая история. Что? Подожди. Какая нахрен? Подожди. А, ну да. Пишут так. У меня есть хорошая история, которую я могу рассказать, но я могу рассказать ее только тем, кто говорит на вороньем языке. Вы говорите на нем, мой господин. Докажите. Это надо повторить? Ну-ка, давай еще раз. Я повторяю.
Давай еще раз. Так, он пишет. Вот такая, такая. Такая, такая. Такая, такая. Так. Давай проверять теорию. Так. Так, так. Так, так. Как мило, но я сказал... А, блин, точно. Так, это получается... Ага. Очень хорошо, давайте продолжим. Повтори, пожалуйста. Очень хорошо, давайте продолжим. Хватит, хватит, прекращай. Поздравляю, сэр, вы отлично говорите на вороньем языке. Мы научились говорить на вороньем языке. Короче, давайте на этом, я думаю, закончим, потому что, ну, хватит. Башка уже пухнет от этих вороньев и утиных общений, потому что, ну, тяжело, тяжело. Это нужно все записывать. У меня тут просто листок исписан просто вороньим языком. Я, короче, походу это... Научусь тут разговаривать, пойду в лес и разговаривать буду с птицами. Ладно, продолжим в следующей серии. Не знаю, будет она длинная или короткая. Посмотрим. Но! И не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, обязательно нажимай на колокольчик. Подписывайся на все соцсети, ссылочка внизу в описании есть. Не забывай приводить друзей и подруг на канал. Пиши в комментарии свои игрушки для прохождения. Самые интересные мы обязательно пройдем. Не забывай подписываться на обязательно на Discord. Конечно же, ВКонтакте и Телегу. Все, ребят, с вами был Бояра, канале, и пока-пока.